В один из весенних мартовских дней в измаильском спорткомплексе «Портовик» состоялись международные открытые соревнования по карате до Сетакан GKS под патронатом Героя Украины Владимира Выдоборы. В них приняли участие ребята от 6 лет и выше. Были представители Молдовы, Румынии, Болгарии и, конечно же, Украины. Нашу страну представили клубы из Николаевской, Закарпатской, Одесской областей, городов Рени, Килия, Татарбунары, Болград, Измаил и села Кислицы. Судья международной и национальной категории Владимир Медведев рассказал, как организовывался этот турнир. Национальная федерация Шотокан карате GKS Украины. Это всеукраинская громадская организация, Украинская ассоциация карате GKS. Это официальный чемпионат, открытый чемпионат Одесской области по карате до Шотокан GKS. Он получился международный. Здесь основные, в основном участвуют первые номера своих представительств. Это проводится под патронатом Героя Украины Владимира Дионисовича Выдоборы. Вот. Почему именно я сейчас свяжу? Если, как показывал на открытии, трехкратная победительница первенства мира, уважаемая Анастасия, может быть, слышали на слуху. Благодаря ему он поднял ее на такой уровень, начиная с 14-го она была чемпионка в Польше мира, в 15-м в Сербии и в Болгарии, вот ближайший был 16 октября, она тоже выиграла первое место. И вот благодаря ему вот такие турниры проводятся. Трехкратная победительница первенства мира по карате до Сетакан Анастасия Новоженина и чемпион Украины по карате до Даниил Чернов выступили на открытии турнира с показательной программой. В качестве приветствия от Измаильской федерации гимнастики участникам и гостям соревнований выступили юные гимнастки Влада Сара и Даша Гусева. Как говорят организаторы, цель данного традиционного чемпионата – повышение мастерства спортсменов и судей, пропаганда здорового образа жизни, подготовка и отбор лучших каратистов для участия в других соревнованиях. Спортсмены состязались в трех категориях – ката, кумите и командное кумите. После подведения итогов турнира общекомандное первое место заняла Одесская область, второе место заняла команда Закарпатья и на третьем спортсмены из Молдовы. Все победители получили заслуженные грамоты и медали. Галина Вличко, Игорь Коц, Измаил, Бессарабия ТВ.